Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в LDE. Сегодня я собрался зачистить старую ферму. Немножко, конечно, подготовился, но с броней у меня проблемы. Это вообще какие проблемы? Ладно, взял я огнестрела, немного эмок и ближнего боя. Совсем чуть-чуть я взял. И также я взял, конечно же, хилки, чтобы хилять своего персика. Поехали! Одного чела я, конечно, уже убил, а тут у нас баба-ферма, баба-зомби. И дальше у нас стоит уже яростный гигант. На третьей неделе у нас уже идет сбор писем, я отдельно это все полностью запишу. Вот у меня лежит письмо, я отдельно его буду собирать полностью и посмотрим, какая же у нас там откроется территория. Сейчас же я буду только зачищать эту ферму. Давайте, конечно же, будем тратить наш огнестрел. Узишку я оставляю. Поехали, там у нас яростный гигант стоит. Где у нас там? Вот он. Иди, маленький, ко мне, иди. Ой-ой-ой-ой-ой, как он затрёсся. Не первый раз уже рука в сторону у нас уходит и делает танго. Давайте открываем мы вот эту штукенцию. Ну, это у нас для почт. Опять говно. Ё-моё, ну тут пожизненно говно. У нас, по-моему, должны стоять рейдеры. Что-то я не очень так понимаю вообще, кто там стоит. Что мы берем? Лопату. Надеюсь, там не рейдеры. Не очень хочется мне с рейдерами как-то связываться. Окей, беги-беги, маленький, ко мне беги. Да не маши, не маши, не надо махать-то, не надо. Все равно ты от лопаты от моей никуда не денешься. Минус. Да тихо-тихо, успокойся, все. Мы его уже грохнули. Там баба-зомби стоит. Ой-ой-ой, а чё у вас так много там? Ну, блин. Бычок. Нет, друзья, там у нас зомбаки находятся. Ладно, ничего страшного, давайте с левой стороны сначала зачистку сделаем. Ясно. А это кто бежит? Ага. Ой, я нечаянно залез. Да выходи ты. Ти-ти-ти-ти-ти. Друзья, почему я так туплю? Я пересел на геймпад. Я подключил его полностью, но пока что не изучил все кнопки. Наверное, я обратно пойду на... Все-таки на клавиатуру. Там будет удобнее. Да бей ты уже лопатой, чучмек. Я не привык на этой геймпаде играть. Но на нем намного удобнее, чем на всей клавиатуре. Как поменять пистолет, блин. Ну это неудобно. Правда неудобно. Откуда ко мне толстый прибежал? Что-то я не въехал. Эй, мужик, ты где? Давай, давай, беги, беги ко мне, беги. Сейчас, конечно, у меня может отъехать пистолет. Хотя нет, я успею его еще грохнуть. Все, минус. Также у меня активирован X100. Ну, давайте, мальчики, выходим. Чё-то никто не выходит с сена. Так, а тут что у нас? Нет, тут не сундук. Я думал, здесь сундук. Давайте я сразу, наверное, переставлю еще один глок. Потому что там еще один яростный гигант стоит. Давай, 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 давай. По 15. Поскорее бы мне апгрейдить все оружие, чтобы было вообще на изи убивалось. О, минус. Отлично. Где вот? Где у нас эти гиганты? Ой, пу, гиганты. О, пошла бригада. Блин, надо как-то это переключение, это все сделать будет. Давай, 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 мучай, мучай их, мучай. Ой, а там гигант бежит. Не-не-не-не, маленький. Давай за мной, бригада, ух. Все шлепают за мной. Бегом, 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 бегом. Да иди ты лесом. Да, штаны мои уже отъехали. Это беда, конечно же. С этими штанами, да кое-ёй. Сейчас, значит, и хилка вся полетит. Блин. А, я постараюсь, конечно, не отъехать. Ну все, все, прекрати махать. Успокойся. Прокладку дали. Ну, это хорошо, хотя бы прокладку дали, конечно же.
Давайте его возьмем, откроем осторожненько, чтобы письмо не подобрать. И. Но. Ну что это такое? Ну это. Ну это фигня какая-то. Как отсюда выйти-то еще? Ладно. Побежали. Здесь. А, здесь гигант где-то был. Блин, надо как-то это все сделать. Ну неудобно вообще. Ну вообще неудобно. А я полностью голый. Я только заметил. И что я в одной кепке буду делать здесь? Ладно, ничего страшного. Давайте как-нибудь и так будем проходить все-таки. Где у нас гигант-то? Тут должен где-то быть гигант. Ну, ты где, маленький? Ой-ой-ой, а что у вас так много? А что у вас так много здесь? Зомби-баба-ферма бежит. Фу ты, баба. Догоняйте меня, догоняйте. Мне оружие на вас вообще не жалко. Буду тратить. По барабану, сколько вас тут будет. Давай, отъезжай. А вас там двое, что ли? Ой, а там два гиганта идет. Ёптер, СТ, нифига себе. Два гигантика. Ё-моё, я думал один. Ну ладно. За карту я, наверное, скорее всего, буду выходить. Они от меня не хотят откапываться. Нет, друзья, я постараюсь убить хотя бы одного. Давай, 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 давай. Минус, минус делай. Минус один, друзья. Насчет второго я не уверен, что... Да, давай, 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 давай. Еще. Друзья, я его убил. Я думал, я сдох, но нет. Я его убил все-таки. Короче, получилось на изи. Надо как-то посмотреть, сколько они вообще мне опыта дают. Потому что 5% мне дают собачки мои. И остальные 100 я получил у этого, у чувака, который, короче, приходит вам раз в сутки. Давайте возьмем вот эту штукенцу, поставим. Пускай она будет, как она вообще называется, морковная рагу. И поехали дальше. Ну, конечно же, я голый, у меня хилка сейчас в два раза быстрее будет отлетать. А еще плюс мне нужно этого убить боссика здесь. Это вообще тяжко будет, конечно же. И опять же, друзья, я не взял железный топор. Блин, ну это косяк, конечно, с моей стороны. Мне... Ой, а наш синий сундук, оказывается, с другой стороны находится. Это что за пролаг был? Ой, ко мне дяденьки идут. Да, дядюшки, здравствуйте. Две тетушки и одна дядюшка. Все, минус. Отъехали. И также у нас есть где-то тут... кто у нас тут ходит-то? Как его там называют? Бычок. Бычок. Привет, бычок. Иди сюда, махонький. Я тебя убью, потому что мне нужен опыт. Чем больше опыта, тем быстрее я прокачиваюсь. Да хорош ты так бегать. Вентиляет, вентиляет. Стреляй давай уже. По 12 хп... Ой, тихо, 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 махонький. Быстро я улупил этого... нашего... бычка. Вот беда, вот надо переключать, конечно, оружие. У меня мышкой получается переключать. Не этим, не геймпадом я переключаю мышкой. Иди, иди, маленький, сюда, иди. У меня с бронькой пока есть проблемы. Буду тратить оружие тогда на вас. Побежали, толстячок. Давай, 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 давай. По 15 хп я снимаю с этого гиганта. Хотелось бы в два раза больше. Минус. 480, друзья, я заметил. Я получаю 480 хп с одного гиганта. Ну, это как бы, ну, это хорошо. Давайте, наверное, переключим на лопату. Ну, а чё? Shift у меня работает, слава богу. Ага, я лопату-то не включил. Алло. Давай, давай, давай. И лопатой на еще, и еще. Вот так вот. На изи вырубаем, получаем веревку. Нафиг она мне нужна? Открывай давай ворота. Щеночек. Кто это у нас? Ну-ка, скажите мне, пожалуйста. Мальчик, это мальчик, ребята. Это мальчик. Это мальчик, друзья. Это у нас был мальчик. Так. А вот интересно, а эта дверь... С чего откроется? Ну, то, что мне дали еду, да, это спасибо.
Тихо, друзья, я могу открыть эту дверь. Это первый раз, что я могу открыть эту дверь. Я, конечно же, ее открою, но мне надо сначала бы дрова убить, хотел сказать. Главаря убить. Яростный гигант здесь стоит? А что, шутка что ли? А почему яростный гигант здесь находится? Это первый раз, чтоб яростный гигант здесь находился. И здесь находится у нас где-то еще главаренок тупоголовый, блин. Ну, это сложно, конечно, будет. Давайте главаря мы убьем сейчас. Поехали. Пузырек с гармошкой, поиграй немножко. Ты возьми-ка Наташку и рассмеши. Если я правильно, конечно, слова подобрал. Минус. Хорошо. Этого пузырька я на изи убил. Но также у нас есть еще один. Блин. Голожопый бананчик проходит ферму. Я никогда не ожидал, что я голожопым буду проходить ферму. У меня так получилось, что у меня вся броня отлетела, а я не взял вообще больше ничего. Правда, есть у меня, по-моему, на этом, на почте у меня есть. А вон идет, вон главаренок у нас ходит. Я пока что не буду главаря трогать. Ну, он мне пока что, ну, не нужен он мне. Я убью его, я пройду, да, хорош лопатой махать. Я убью его, конечно, с радостью убью. Сейчас мы откроем эти мешочки, все забираем отсюда. Да хорош ты пить, алкоголик. Алкоголик. Здесь у нас тоже есть мешки. Правда, почему у меня не стали выползать зомби с этих сена? Со стака, сток сена, а не стака сена. Ой, я не на ту кнопку нажимаю, друзья, блин. Оу, черт, подожди. Давай вот это мы оставим так. И вот это заодно. Нет, лучше вот так вот тогда, друзья, сделаю лучше. Блин, я пока что не определился в кнопках. Надо, блин, на геймпаде изучить все кнопочки. Ладно, хорошо, давайте сейчас сюда скинем все барахло. Ну, чтобы потом не бегать. Самое главное, это клей у нас. Все знают, у меня клея вообще никогда не хватает. Поскорее бы мне прокачаться до 150 левела и начать зарабатывать хорошие ресурсы. Это, конечно же, с наших рейдов. Так, что еще скинуть? Вот тебя я скинул бы. Шоколадку я бы скинул бы, конечно. Ну, все остальное придется таскать с собой. А, маленький. Давайте вот так вот лучше сделаем тогда уж. Маленькую собачку я возьму. Да ты хорош пить-то, а. Лопата на той паре, что она уже сдохла. У нас есть также еще одна лопата. Побежали на другую сторону. Чувак у меня очень жестко хочет пить. Окей, побежали на другую сторону. У нас также... Не-не-не, стопе. Этих чуваков всех я буду убивать. Мне как бы на это оружие, ну, по барабану. Ой-ой-ой, как вас там много... Я как бы на это не ожидал. Давай. Один отлетел. Поехали. Да хорош. Вы чё, пятером... пятером. Вдвоем на меня одного. Ты хватит бегать так, как я не знаю. Минус один, минус второй. А чё я стреляю, никого нет. Да. Ой, Ну, молодец. Винни-Пу. А чё у меня такие пролаги-то? Это что такое-то сегодня? Ё-моё. Всё же хорошо было с утра, а теперь пролаги. Да хорош-то стрелять. Ладно, друзья, поехали дальше тогда убивать их всех. Кто у нас там будет продолжать? Такись. Так. Чё такое-то? Правда, у меня интернет уже два раза вырубили. Не знаю, что там вообще в росте ликоме. Я напугался. А пистолета у меня не хватит на этого чувака. Тогда за место лопаты мы меняем сразу же эмочку. Ставим. Эмочку я буду здесь тратить. Это вообще. Поехали. Где у нас? Яростный гигант, здорово. Здорово, братан. Как у тебя дылы? Ты все бегаешь, да? Занимаешься спортом. Худеешь. Ой, как я начал. Тра-т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 а. Окей, меняем так. Бычок! Хабарик, иди сюда, я тебя буду убивать тогда.
А сколько за быка дают? За 480 с яростного этого толстячка мне дают. А с бычка сколько дадут? Ну-ка. Ой, я проворонил. Я видел какие-то там три циферки, но я... Блин, я проворонил. Правда. Ничего страшного, знаю, что вы мне напишите, кто сколько мне дает. Но это X150. Опять. А где у нас тогда это... Синий Сундукович? Мне бы его, правда, найти бы. Вай, вот это ресики. Вот клея вообще, ну вот здесь можно клея жестко насобирать. Теперь буду фармить. Не часто, конечно, опять же, повторюсь, не часто, но буду фармить эту ферму. Так, сложить все. Конечно же, что влезет. 15 клея. 15, друзья мои. Это целая бронь. Полностью целая бронька. Давайте присаживаемся. Но этого чувака я бы лучше с лопаты убил. Так. Давайте вот так вот сделаем. Чувак, здорово. Давай, один выстрел, короче. Меняем лопату. Блин, как-то это надо все потом сделать. И с лопаты вырубаем до конца этого дядю зомби. Ага, хорош, не маши больше. Веревочки также я все буду собирать. Иди сюда, эй, тетя. А ты дядя? Ну какая разница? Тетя, дядя, вы одинаковые. Фу. Во. Давай, отъезжай, давай, хорошо, отлично. Опять же ставим пистолет, потому что пистолет это все. Опять там бригада, ух. Это у нас, по-моему, главарь ходит, да, друзья? Это же главарь. Вот это. Короче, который ушел уже. Эй, 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 бычок, бычок. А я бычок подыму, горький дым затяну, люк открою, полезу. Бляха-муха, домой. Вон синий сундук. А тут бригада из многожителей. Бычок, давай иди сюда, я тебя убивать хочу. Да, 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 да. Ой, ой, какой сердитый бычок. Ну ты до меня не дошел, и я проворонил, сколько ты мне опыта опять даешь. Давайте опять ставим эмочку, чтобы она у нас всегда была здесь. Это немножко хаваем, это принимаем, это ставим. И поехали на большую толпу, конечно же. О-ля-ля, вся толпа за мной бежит. Давайте, ребятки, давайте. Ой, волк! Ой-ой-ой, волк, нифига себе, я волка не очень... Ой, даже два волка, ой-ой-ой, маленькие. Отчепитесь от меня. Ну ёпта, РСТ, игра лагануло, короче, и я скис. Но это неправильно. Ладно, ничего страшного, такого нету. Сейчас мы все равно обратно сбегаем. Ха! Но зато я возьму сейчас... А, нет, не возьму. Я хотел бронь себе сделать, но у меня не получится, потому что клей у меня остался там. Ладно, ничего страшного такого нету. Чё потеряли, то найдем еще раз. Чё, а чё мне кирка тут делает? Ладно, фиг на нее с этой киркой, так. Давай, 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 не тупи, не тупи. А сколько времени у меня осталось на временные... 27 минут. Ой, компаньон, собака увеличит. А, ну это да, это компаньон. Давайте, друзья, бежим, короче, берем. Что это за фишка? А, вот почему у меня такой пролаг жесткий был. Ну ёб твою душу какать. Ну как так-то? Почему деревянные стены-то именно ломаете? Японский городовой, а? Ну ладно, черт с ним. Чё сделаешь? Я не знаю, что сделаешь. Вообще ничего не сделаешь. Давайте также берем огнестрел. Стопо. Стопе, 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 стопе. Не здесь я беру. Блин, вот эти пукалки, так вообще не... Да. Блин, нет. Давайте, друзья, я беру тогда пистолет. Беру дробаш. Пускай дробаш у нас будет. С бронькой. С бронькой у меня вообще тяжелый случай. У меня нету такого хорошего броньки, чтобы я, ну, хоть как-то себя защитил. Ну, вообще нет, видите? Это все, что у меня осталось. Вся бронь у меня находится сейчас, по крайней мере, сейчас. У меня она находится в бункере Альфа. Давайте возьмем тогда хотя бы, ну, хотя бы вообще засранскую какую-то одежду. А, хилки у меня там есть, все есть. Тогда побежали обратно, возвращаемся обратно на нашу старую ферму. Да хорош ты, блин, как алкоголик, блин, по всем сторонам, туды-сюды.
Ну вот, и вылетело у нас событие. Событие, конечно... Нет, вот сюда я не пойду. Не-не-не-не-не, извентиляйтесь, но... Извентиляюсь, но нет. Сюда я пас. Сюда я постараюсь, конечно, к этому торговцу Джо еще раз сходить. Я постараюсь успеть, точнее. Но не факт. Также через 15 минут у нас откроется бункер Альфа. Но это через 15 минут. А нам нужно шуровать на старую ферму и зачищать ее полностью. Вот, друзья, я вернулся обратно на ферму. Давайте полностью все забираем. Вот так вот, забрать все. Отойдем подальше, потому что они, наверное, заагрены. Не знаю, побегут ли они на меня, нет. На ферме я этого не знаю, не могу ответить. Но открывай давай. Так. Какое оружие у нас там? Давайте огнестрел сразу ставим. Ставим яду какую-то. А, нет. Не-не-не-не. Моя шапка пускай отъезжает. Так, неправильно я сделал. Неправильно. Вот так вот будет правильней. Но зато теперь мне не надо мыться. Потому что я уже чисто плюй. Поехали, друзья. Сейчас мы полностью зачистим ту тему. Японский городовой. А чё вы вышли оттуда? Как я боюсь. Там волки есть, друзья. Там очень много волков. И эти волки очень жестко сносят, блин, хп. Очень жестко снимают они хп. 100. У них 100 жизней. У этих... Стоп. Стоп. У волков по 100 жизней. Давайте, наверное... давайте тогда сэмочки. Идите сюда, волчата. Сейчас я буду вас носить тогда. Тихо. Самое главное это то, чтобы яростные гиганты к нам сильно не подошли. О, все. Все, что мне надо было, я убил. Отъезжай давай, валенок толстоголовый. И еще один яростный гигант, конечно, остался. Блин, я зря поставил... Ой, давай. Друзья мои, я получил еще один левел. Давайте посмотрим, что нам дадут за этот левел, конечно же. Открываем. Это полная попа вони. Что здесь выбрать? Я, конечно, выберу жажду, потому что жажда мне уже заколебала. Это жажда, он все время пить хочет. Это вообще полный пипец. Бежим, конечно же, обратно. У нас еще впереди главарь. Его же нужно в первую же очередь было вообще убивать. Ну, конечно, до него еще далеко идти надо было. Вот наш сундук. Сундук мы пока не будем трогать. Дайте мне щенка. Нет, не дали, друзья, мне щенка. Мне не дали щенка. Да, все, ферма у нас практически вся пуста. Кроме дома и нашего главаря, конечно же. Сейчас что мы делаем? Это мы сюда закинем. А, 111-й, я, по-моему, 111-й сказал. Давайте вот так вот сделаем, потому что МК отлетит, это сразу я говорю. И нам нельзя будет выходить за территорию. Давайте пока что я попробую, конечно же, этого гоблина убивать оружием. Или поставить мачете сразу, чё мучиться. Давайте мачете, наверное, поставим. Глок у меня отлетит, а вот мачете... Самое главное, что у нас тут... Самое главное, друзья, сейчас мне не отъехать. Если я отъезжаю, я, по-моему, теряю наш... Не-не-не, подожди, чувак. Сложить все. Я теряю свой рюкзак. И он уже отлетит, это уже 100%. Рюкзак я здесь оставлю, потому что второй... Я не знаю, как тут. Второй раз умираешь на ферме. Могу ли я потерять свой рюкзак или нет? Кто знает, друзья. Я знаю, что можно потерять в бункере Альфа. И там он 100% он улетит. Его потом больше не вернуть. Это если второй раз умираешь. А на ферме? Если на ферме умираешь, он улетает или можно его еще раз поднять? Вот кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. Если его можно будет поднять, то да, я в следующий раз тогда так и сделаю. Не буду мучаться. С чего бы еще начать? Давайте с пистолета. А, у нас еще здесь яростный гигант стоит. Ёпарасоте. А как так я это проворонил-то это? Это как бы, ну, это плохо.
Вон, видите, там еще один стоит яростный гигант. Так. Мужик! Эй, мужик, здорово! Давай, мне тебя надо убить как-то. 2000 опыта все-таки. Давай. Давай, убивай его, убивай. Поставил на... Тихо, чё ты? В смысле? Убивай давай его. Это на авто. Я на авто его стреляю, друзья. Я снял уже 1000, это вообще... Я снял 1000. И посмотрите, это на авто. Ну, я не скажу, что он быстрый. О-ля-ля, во! Друзья! Я реально поставил на авто, и все. Он просто его убил. Ну, я не скажу, что тут что-то вообще такое вкуснявое. Блин, ну... Ботинки одни остались у меня. Так, стопы, давайте пойдемте сбегаем обратно, я заберу все вещи. Это первый раз, что я поставил на авто и его просто грохнул, как говно. Так, забираем тогда свои вещи. Там у нас остался один яростный. Яростный я также убью, наверное, с одной эмочки. Или даже вот так вот убьем. Ну и эмочку пускай будет. Так, отхилюсь. А у нас там еще, по-моему, есть один яростный гигант. По-моему, он есть. Где-то я видел. Здорово, махоньки, здорово. Давай сыграем в ляпу. Вот так вот. Минус. Слава богу, я его убил. Все. Бежим тогда домой. В дом, точнее, не домой, а в дом. В доме там самая вкусняшка должна быть. В доме. Потому что там иногда дают этот журнал опыта. И он дается здесь. Да ты че, да ладно, ты че, ну не тупи, ну пожалуйста. Это первый раз я попадаю в этот дом. Давай, минус. Забираем. Не-не, забираем, я говорю. Хорошо. Давай, выходи с дома, потому что я тут вообще ничего не вижу в этой темноте. Иди сюда. О. Минус. Все, друзья, я его убил. Поехали посмотрим, что нам... Да, алло. Что нам дадут в этих двух шкафчиках? Надеюсь, мне дадут опыт. Открываем шкаф и... Ой, ботинки, шапочка. Ой, да ладно, друзья, мне дали шапочку. Слава богу, я хоть буду в шапочке бегать. А чё я туплю-то? У меня же кепка была. Сори, я не заметил, что у меня была кепка. Давайте поставим УЗИ. Это скоро отъедет. Да ладно, вай, вы посмотрите, какую мне штуковину дали. Самопал, простой конструкт... Да, простой конструкция, но смертельный... Ой, бляха-муха, что я читаю? Это смертоносный и умелый в руках. Чё? Самопал простой конструкции, но смертоносный в умелых руках. Ну, 18 урона, но это как-то... Нифига, он больше, чем МК? Чё? 18? Ну, это, короче, как вот этот гвоздодер. А чё, у меня два гвоздодера? Я помню, что я брал один, а у меня два. Ну, дайте мне, пожалуйста, книгу опыта. Хотя бы одну, ну, пожалуйста. Ну, я не скажу, что на изи, конечно же. Клей. Алё, валенки. Вы не офигели? Я клей возьму. Клей это 100% я буду брать. Так, сейчас, минутку. Давайте делаем тогда мы... Аптечки. Заходим обратно. И вот это здесь. А где аптечки? А, аптечки, нифига. Так, тогда у меня еще и место есть. Нет, нету. Нет у меня, друзья, места. Давайте берем тогда синий сундук и поехали. Да, алло. И поехали пилить его. Вот наш синий сундучок. Конечно же, я медленно буду тащиться с ним. Ну что, друзья, делаем ставки. Откроется ли у нас сарайка? Все-таки интересно, может быть там еще щенок, хотя бы девочка была. Поехали. Я не буду стоять ждать, я как бы я в одних трусах, не очень хочется. Ой,
Смотрите, какие пролаги. Я не знаю, почему сегодня у меня такие пролаги, друзья. Я, конечно, извиняюсь за вот эту всю фигню. Я правда не знаю, что это такое. Вот сегодня целый день, ну как целый день, с утра. По крайней мере, с утра. Такая фигня. Ой. А что, это один бежит, что ли? Давай, отъезжай. А чё ты один-то, чувак? Так, подожди, тормози, тормози. Ставим сразу же... Ай, давайте дробовик. Чё его жалеть, да, друзья? Этих дробовиков так у нас вообще много. Поехали. Поехали обратно. Чё-то я не видел, чтоб толпа бежала. Но пролаг был. Ладно, будем смотреть, надеяться хотя бы, чтобы у нас открылась воротина. Ты кто такой? Толстяк. Ой, тьфу, толстяк. Почему я все время их толстяками называю? Да потому что они жирные у нас. Иди, иди, давай, иди, иди, иди. Вот УЗИ практически не промахивается, но по 6 хп делает. Минус. Минус. Минус, минус. Бежим. А у нас пока что один зомбак и наш... Ой, у нас один был гигант. Ой, посмотрите, как их там много. Их там очень много. Ой-о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 й. Бежим. Надо, конечно, бежать сразу к выходу, чтобы, если что, сразу на выход уходить. Потому что я не хочу отъехать. Я все-таки побаиваюсь потерять этот токсический рюкзак. Знаю, что у меня есть он еще на почте. Тихо, тихо, тихо. Минус один. Минус второй. Минус третий. Хорошо. Забираем то, что внутри. А те-те-те-те, не успеем мы забрать. Тихо. Так. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Еще выстрел, наверное, и... Да, наш большой дядя скис. Ладно, бежим, друзья, обратно тогда. Так, подождите. Тут что у нас? Веревочка? Веревочку я подниму, конечно, подниму. Да не надо такое делать. Не надо. Сложить все, однако. Бежим обратно и смотрим, что же у нас выпало в этом сундуке. Ой, а у нас, друзья, еще один гигант здесь, а. Ага. Сейчас. Правда, почему у меня на этом гиганте я снимаю всего лишь по 54? Ох ты, как его разорвало-то! О, это как называется-то? Расчетвертило. Ну, тут, конечно, вообще распечатитерировало. Надеюсь, все поняли это слово. Я не сумел его выговорить. Ё-моё! Ой, щеночек! Привет! А ты кто у нас такой? Это девочка, это маленькая девочка прыгает. Давайте, друзья, мы ее заберем, конечно же. Открываем наш разобранный мотороллер в этом сарайке. Ну, надеюсь, там выпадет руль. Ой, да ладно, я как будто к бабке гадалки сбегал. Она мне сразу так сказала. Да, у меня ни места нету, как я и говорил, что места у меня не будет. Но я это заберу, все полностью заберу. Ну что, все готовы? Надеюсь, там какое-нибудь хорошее оружие. Или выпадет опять нам... Это как она называется? Коса-коса. Нет, друзья мои, не выпадает нам коса. Нам выпадает... Ой, а тут... А, оно уже изучено, да? Ну, нам выпадает какая-то бронька такая. Да-да-да. Лопата, которую мы сломали. Калаш. Хорошее оружие. Ох ты, кувалда. Вот эту штуку, кувалда, вот этот молот, да, который сверху, я могу его уже делать. И карбоновая рукоять. Карбоновая. Угу. Ну, двигатель. И так, по мелочи. И вот у нас есть она книга опыта. Давайте я ее сразу вот так вот бах. Клево. Вот. Все, что есть, конечно, все, что влезет, я заберу. Сейчас я сюда приеду на мотике. Я хочу это все полностью забрать. Железный топор возьму, чтобы эти два дерева вырубить. Я полностью эту территорию сейчас зачищу. И, наверное, друзья, я на этом буду заканчивать это видео. Кому понравилась моя зачистка этой локации, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. А чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякайте колокольчик.
И на этом всем пока-пока.